И в продолжении темы. Провести последние летние выходные весело предлагают жителям областного центра артисты цирка Никулина. 30 и 31 августа в Волгограде пройдут заключительные представления шоу «Воды, огня и света». В шоу «Воды, огня и света» каждый зритель сможет найти номер на свой вкус. Любители классической дрессуры порадуют выступления с участием макак-резусов, собак, мини-пигов и крокодилов. Тех, чье сердце удано акробатике, захватит мастерство эквилибристов на трехметровой Эйфелевой башне, воздушных гимнастов и танцоров на канате под куполом цирка. И уж точно рукоплескать публика будет жонглером. Меня часто спрашивают, почему, Анатолий, у вас программа называется «Золотой цирк Никулина»? А из-за того, что действительно у нас собрались многие номера циркового искусства, элита российского цирка. Номера, которые сейчас есть у нас, да, после нашей программы, три номера уезжают у нас на Всемирный фестиваль циркового искусства. Сам Анатолий Сокол покажет волгоградцам трюки из коллекции Гарри Гудини. И уж точно в атмосферу мистики зал погрузится, глядя на волшебное водное и лазерное шоу, оборудование для которого привезли в город на 7 больших грузах. Добавьте к этому веселые уморительные номера в исполнении клоунов, и вы получите идеальное представление, на которое стоит сходить самому, а также привести своих друзей и близких. Дорогие зрители, осталось только два представления. Приходите к нам в цирк. Такого вы еще не видели. Пока!